Доброе утро, и сегодня у нас будет влог. На самом деле, мне кажется, у меня получилась уже какая-то солянка в галерее, потому что там просто слишком много кадров, которые сделаны в разные дни, в разные недели, и я не знаю, как это все сгруппировать в один влог, то сегодня буду пытаться это сделать. У меня наконец-то началась дистанционка, так что это просто меня не может не радовать, и сейчас у меня прошел уже один онлайн-урок. Я уже сделала все задание, которое нужно было как раз-таки на этом уроке сделать. Это пройти один тест с немецкого. Давно я была в зоопарке, и поэтому я поснимала очень красивые кадры. И знаете, это послужило некой перезагрузкой, и поэтому мы не будем говорить тот факт, что мне опять нужна перезагрузка. Тем не менее, это было очень хорошее время, которое я провела, и поэтому я хочу с вами этим поделиться. Забрала новый лонгслив, если честно. Мне он безумно нравится. Я надеюсь, вы не против, что я в пижамных штанах. Но, тем не менее, он Zara, и он безумно приятный к телу. У меня в размере M. Если честно, просто нереальная красота. И я очень сильно люблю лонгсливы, потому что это безумно удобные вещи, и их легко стилизировать. Сейчас я хочу рассказать один момент, из-за которого вчера я жаловалась просто всем, мне кажется. И поэтому, пожалуй, немножко и вам. Вы знаете, что я в 11 классе. Я началась подготовка ко всем экзаменам еще с лета. И поэтому для меня очень важно распределить все время, чтобы оно проходило максимально продуктивно и чтобы как раз-таки большая часть этого времени отдавалась именно на подготовку к экзаменам. Но есть один моментик, который мешает это сделать правильно. У меня учеба проходит таким планом, что 2 недели я хожу на очное обучение, 2 недели я на дистанционке. Сейчас как раз таки я на дистанционке, но тем не менее, раньше, и всегда так было, когда я была на дистанционке, мне было гораздо легче распределить время, делать какие-то дела помимо школы и также делать нормально все домашки, успевать и все остальное. Я во все дедлайны вписывалась, а сейчас это просто отдельная история, если честно. Я абсолютно не успеваю ничего делать именно по тем предметам, которые второстепенные, абсолютно неважные для поступления. И на самом деле это очень обидно, потому что как раз-таки в моем приоритете правильно распределить подготовку к тем предметам, к которым я готовлюсь. Но сейчас я уже просто день четвертый, с утра и допоздна делаю, отсылаю, прикрепляю разные работы как раз-таки по второстепенным предметам и занимают больше времени, нежели подготовка к основным. И поэтому я уже четвертый день пытаюсь сделать всю эту домашку, которая сейчас мне вообще никак не нужна, опять же, повторюсь, уже раз пятый. И чтобы потом просто готовиться к экзаменам, потому что мне нужно догнать разные темы с истории, с математики и все остальное, так что на это тоже нужно потратить немало времени. И поэтому ненавижу второстепенные предметы, если честно. Вся моя мысль, которую я хотела сказать. Вчера как раз-таки я вроде бы все сделала, то, что нужно было. А сегодня осталось дописать пару работ с историей. И, в принципе, вообще со всеми домашками закончила. Потом уже можно чисто, опять же, прослушивать все вебинары, все курсы, которые мне нужны. И проходить разные тесты. Чем как раз-таки я и буду заниматься все каникулы. Сегодня у меня единственный день, сегодня среда, когда у меня нет никаких курсов, репетиторов и все остальное. Так что я могу его посвятить английскому, чтобы сделать всю домашку с английского. Так что как раз-таки сейчас мы с вами этим и будем заниматься. Thank you.
Сейчас у меня будет последних два урока, и я уже сделала почти все письменные работы с историей, остается две, так что я очень и очень довольна по этому поводу. Сейчас будем продолжать работать, потому что потом мне нужно будет делать просто огромное количество домашки на английский, именно репетиторство, так что, боже, нужно начинать. I'm still obsessed with you.